И с вами я, Михаил Шилов. Сегодня поговорим о дисциплине и самодисциплине. Некоторые просто считают это невозможным, подчиняться какому-то определенному режиму. Они считают, что это подавляет их волю, то есть не дает им действовать так, как им хочется. И жизнь в режиме – это каторга. С одной стороны, можно с этим согласиться, когда ваш режим определяют какие-то внешние причины, которыми вы не управляете. То есть, когда вы вынуждены по чьей-то воле или обстоятельств подчиняться определенному какому-то режиму. Но когда это самодисциплина, и вы сами выбираете для себя путь, то это, наоборот, высшее проявление свободы. Поэтому не путайте понятия. И если вам удается подчинить себя, вернее, прийти в согласие с самодисциплиной, то вы будете достигать всего того, чего хотите. Именно потому что дисциплина – это самый главный ключ.